Так, сегодня сходил в магазин. Сколько денег я потратил, не помню. Это вот хлебцы ржаные с чесноком. $3. Это паунд тигровых креветок. $11. Они уже очищены. Без кишок и без головы. Это лапша. На упаковку 5 калорий всего. Ну, можно считать, что калорий нет. Морская капуста, вот, $2. Это морской коктейль. Около $4 стоит, 3,99. Но чек я не взял с собой. Вот видите, маленькая упаковка. Так, это мисо-суп за $2, такой порционный. Мне очень нравится такой вкусный. И красная икра, $17. Сейчас скажу, чье производство. Продукт США, Аляска, наверное. Русский традиционный стиль написано. Сделано в США. Салман. Вот. Ну, вот эти вот я взял, чтобы икру намазывать хлебцы. Вот такие дела. И еще сделаю сейчас пасту спагетти. Вот.